Все, Наташа довольна, идет с пивом. А я довольна, я попила кофе. Давай, ты иди рассказывай. Да. А я тут себе не сняла. Сейчас Наташа поснимает видео на свой телефон. Кстати, мы показывали вам животных в предыдущем видео. Мы сняли, как только приехали, это видео. Это не землеройки, это настоящие мангусты. Это полосатые мангусты. Наташа залезла в интернет, нашла всех зверей в Кении и увидели, что это полосатые мангусты. Но вот сегодня их нету. Сегодня целый день их нету. Ну как, мы там утром уехали, потом приехали, их нету. В прошлый раз в такое же время они были, и сейчас нету. То есть, как Наташа... Нет, я сказала, что ты нашла в интернете, что это полосатые мангусты. Но также интересно, если есть мангусты, должны быть змеи. А что же они землю роют? Ну, все-таки, может быть, я права, это мангусты землеройки. Вот, скворечник, смотрите. Ну, он уже с крыши, он, видишь, пробит. Ну, классно придумали. Но эта тема с висячими, я не знаю, это тоже раскачивается. Так, здесь у нас вкуснейший ресторан, где завтраки, обеды, ужины. И здесь бар. Тоже есть бар, тоже можно купить пиво. Что же сегодня было на обед? Кстати, странно, что нету свежевыжатых соков. Очень странно. Да, это вообще... Это, ну... Тут ну, же... вот у меня просто, да? Вот... Ну, просто по идее фрукты-то на каждом шагу здесь. И очень, вот, и очень много всяких фруктов лежит и на ужин, и на завтрак, и на обед. А как и... сказать, а нет такой культуры. А с другой стороны, это... Где мы только не были, вот Турция, Египет, Шри-Ланка, везде есть свежевыжатый сок. Ну ладно. Где есть еда вообще ремень. Ну смотрите, Килиманджаро, View Point Street. Мы живем на Royal Castle Street, Королевская улица, вот там, где домик, это Килиманджаро Холл Стрит. В общем, тут прям улицы в этом кемпе. Пение птичек, слышите? Шикарно. И отель такой сам спокойный, тихий, релакс такой. Действительно, полежать бы здесь денек. Но у нас 5 дней Найроби, 5 дней сафари, 5 дней океан, поэтому... Это эти, термиты. А ну давай посмотрим. Вот, смотри, как они дерево заваливают. Мне не показалось. Чтобы стояло дерево и вот все в этом, вот в таком, вот в этом нечто. Это термиты сделали. То есть муравьишки хотят завалить дерево? А, так они уже это сделали. Нет, они только снова. А дерево себе там, вот не знаю, они там есть или нет. Может, это старый термит. Так, нам на вьюпоинт сюда или прямо? Да не могу нет. понять. Так, это вот улица просто, может, нет, это улица вьюпоинт называется? Идем. Это параллельная наша улица. Я думаю, что вот туда прямо, но я думаю, тут особо ничего такого нет. Я думала, может, можно выйти на саванну посмотреть. А с другой стороны, мы далековато. Мы от амбассады отъехали, завернули. Вон, посмотри, какой муравей даже. Мой палец и муравей. А он все равно боится. Вот, так перед нами еще Киба кемп. А дальше наш амбассады. Да, но ехать вот от как бы главной дороги 20 минут. По такой вот дым-дым-дым. Вы видели. Но все равно это классный релакс и много зелени, особенно по сравнению с Эмиратами. Мы живем в пустыне. Мы реально живем в пустыне, это город Эляйн. Там много песка, мы там уже и чихали, и кашляли последние месяцы. Ну классно, сейчас выехали, вот подышать природой хорошо. Тут реально улица, вот Тархи Стрит. Может, это была Viewpoint Street просто. Ладно, в любом случае, смотрите, какие домики классные, обойдем, покажем вам территорию отеля, просто как он вообще выглядит. Не отель, а кемпа, точнее. Правда, я не пойму, чем отличается. Есть рестораны, есть бары, есть такие, не знаю, это домики-палатки, поэтому может кемп. Ну, как бунгало, скорее всего. А убирают, как скажи. Ой, мы сегодня зашли, а так убрали. Просто убрали. И как причем... Даже сказала, они случайно не в дубайском Атлантисе работали. Да, причем такое впечатление, что ну как вот то, что не надо было нам выбрасывать, они все оставили. Мы ничего не говорили. Потому что есть бывает такое вот пустая бутылка стоит, она мне нужна, да, но пришел, хопа, выбросил. Ну, да, те бутылки, что стояли пустые возле мусорки, они выкинули. Те, которые возле наших вещей, они оставили. Молодцы.
интереснее. Не, думаю, это просто улица. А тут красиво так, да? Тут травка тоже растет. Тут сама как саванна. А там почему-то, видишь, на этой территории не растет трава. Но это засаживать надо. Ну все, наверное, я думаю. Это название такой главной улицы. О, отсюда вид красивый, да? Вот смотри. Да, красивый. Я уже показала на бассейн. Ой, там я как кофеек купила. Неплохой, знаете, кофеек, неплохой. Какой? Это вот, наверное, брювет кофе. Ну это ж, ну, растворим. Так... Классно. Нужно пойти купить. Ну да, это, наверное, уже отель не заканчивается, но там еще дома. Но, видимо, такого выхода, чтобы где-то выйти погулять, нету. Хотя вот Килиманджаро, Viewpoints, Team Building Ground, ничего не понятно. Ну, давайте посмотрим с вами. Ну, это уже такая дверь задняя, как выходит на террасу. Так. Много других домов. Ну, вот Килиманджаро, Viewpoints. Ну, я не знаю, не знаю. Ну, куда-то дорога зовет. Наверное, нужно идти. Ну, красиво так. Наташа где-то пропала. Где-то Наташа скрылась. Ну, у нее в руке бутылка пива, так что ей будет не скучно. Ну, сейчас покажу вам здесь. Такие терраски. И сидишь так, смотришь. Ну, не знаю, на что тут. На хащу получается, на кусты. Дерево такое красивое. И тишина. Так, ну ладно, идемте. Вы же со мной, мне не страшно практически. Главное, чтобы сейчас из кустов что-нибудь, какая-то землеройка с мангустом не выскочила. То меня инфаркнет сразу. Инфаркт получу. Ой, красиво. Эти вот деревья такие, называются кенийские акации. О, Наташа сзади появилась. Смотри, дорога куда-то идет, в принципе. Да ладно. Аккуратно, Наташа, иди ко мне. Вы тоже это видите? Ой, назад. Назад. Отступаем. Ну нафиг. А кто-то у кого-то видел? Бабуин. Ну я увидела, думала, жираф. Да ну, слышишь, он сейчас он здоровый какой. Он пошел нас обходить. Давай прячь эту. Камни взять? Да, нужно брать камни. Давай мне телефон твой. Не-не, он обходит, он не нападает вроде. А кто его? Ну просто он такой большой был, я его не увеличила. Давай. Его не отдам. Что хочешь, нужно взять два камня и стучать. Нам так парень в Индии помог, и на нас напали черные обезьяны в Хампе. Ну просто он такой огромный сидел, я не знаю, я отдавила бы в этот момент. И он такой сидит, типа такой паханчик. Вон он. А вон дальше тоже еще. И еще есть? Да, вон кто-то, по-моему, да. Слушай, может, не или идем? Идти, не идти. Они там живут? Но если они там живут, то нам тогда не очень. Их много там? По-моему, да. А ну отведи камеру, хочу тут тоже выставить. Вон они оттуда идет, не. Народ, вы простите, нам лучше не идти туда. Не, слушай, их много. Много там? Ну да, впереди. Угу. Можно я уже сниму? Ну иди, иди. Ой, вон они. Где живут там? Класс. Так это утром что, на Килиманджаро там вид может быть? Ну, может быть. Это он это подошел, чтобы... Мы туда не телепхались. Ага, да он так нас преградил. На самом деле здоровая обезьяна. Не, чтобы вы понимали, с бабуинами шутки плохи. Вот. Ну, чтоб там идешь, как бы, ну, они могут и напасть. Они же как собачки. Такие цепляются и все. Хотя, простите, здесь живут. Ну, то есть реально ничего не выйти, не повесить. Я говорю, значит, кто-то мог проходить. Хотя вечером что, по ней они стоят, наверное. Где он уже? А вон он сидит, в том месте рассматривает что-то. Ну, ближе подходит чуть-чуть. Не, он сидит. Может, он ближе, он на другом столбе был. Он был там. Сейчас он влево сместился. Ну и бог. Идем? Назад. Да.
все. Не, вот из того варианта, когда лучше отойти. Да. Килиманджаро, если и мы дойдем, то все равно сейчас он, не время для него. А может пойдем? Я хочу пиво. Ты пиво? Ну блин, что, мы обезьяны испугались реально. А что ты хочешь? Дойти. Ну идем. Давай. Не, народ, мы решили, что мы пойдем. Как пристанут, так и получат. Не, ну что это такое? Действительно, мы вам видео снимаем, тут какие-то обезьяны нас это... Просто мы знаем, кто такие бабуины. Поверьте, что они не очень адекватные животные. Просто пройдем всю дорожку, вернемся обратно. Пусть только попробуют цапнуть. У меня рюкзак сзади. Посмотри, стой. Красавчик. Я сейчас увеличила, но он сидит от нас в метрах 15. Да, немножко дальше. Ну и там их дофигища просто. Просто смотрите, сколько их. Много. И там много. Ну и что? Пошли. Ну и животные. И ножи. Ого. Ёлки-палки. Ай, бляха-муха, извините. Посмотри, кто там сидит на столе. О! Олень какой-то промчал. Ну какой олень? Мы только что говорили. Как... Ну да, тут есть животные. Тут импалы, есть газели. Ёлки, сколько их. А там пахан сидит. Вот пахан — это проблема. Идем, подойдем ближе. Ну идем, не знаю. Давайте Натальеньку вперед запустим. Я думаю, что они как бы знают людей, они живут. Нам же не говорили не ходить и сидеть в номере, правильно? Написано dinner area. Dinner для кого? Стой. Тут вот бабу идет такой. А тот сзади нам не перекрывает дорогу, вроде нет. Самое обидное, что убежала эта... Ой, это не газелька, это ж вот эти импалы или как они. Ну вот они в 10 метрах, ну вот. Просто они здоровые и могут вас действительно ударить. Почему вас? Она снимает? Стой, мусорник. Время пришло мусорнике покопаться. Нормально? А до этого, значит, развлечения не было в жизни. Ну, чувак. После тут лежит. Развалился на спине. Ну, этот москаленький. Боже, здоровый какой. Да. А там какой-то черный, слушай. Вот там, смотри, смотри. Черных обезьян мы не любим. На галявинке. Не, он похож на них, но он просто черный. Они агрессивные. Но это эти могут быть агрессивные, могут напасть. Милые они в зоопарке в клетке. А у нас уже была история, несколько историй в Индии, и в Таиланде, и в Камбодже у меня. Обезьяны нападают, особенно если вы им что-то даете бананчик, а потом не даете. Ну вот, это на территории нашего кемпа. Вот кто мусорит. Люди у этого, да, в мусорку, оказывается, все бросают. Вот кто мусорит. Боже, какой здоровый. Вот тут на этом земле валяется, спит. Да просто собьет с ног. Она не могу, этот здоровяк вообще. И тот, этот такие. Смотри, неудобненько, неудобненько. Ноги расставил. Посмотри. Где? А, о, тут вот шпагатик. Это, да. Какие шпагатик? Колени согнуты, расставлены. Бескультурный. Малые обезьяны прикольные. Что он ковыряет? Слышишь? И ест что-то. Смотри, куринчики, наверное, какие-то. Не поняла этот, как сидит на каминчике. Посмотри, у него... Смотри, он лапы, он спит на задних лапах. Он об камень опер лапы. Ну, на которых ходит. Ага. И на них сложил это. Подпер ручками, скажем так, и мордочку сложил и спит. Слушай, тут не надо не ехать в какую саванну понаблюдать. Я все оглядываю, чтобы сзади нас тот бабуин не вышел. Малечи такие. Ну, придется прикольно. Отдать все. Реально, вот тут черный. Ну, по крайней мере, он как шоколадный. Ну, как говорится, обезьян много, они нам дорогу перекрыли, мы пока решили отступить. Не знаю.
Извиняюсь, их целая куча. И, ну, просто проблема, если они укусят, то это будет 4 укола. Укол в неделю. Мы уже выясняли, уже наши друзья имели с этим дело. Поэтому они сказали, что там, ну, осторожней. Мы же любим, конечно, животинок потрогать. Ну, ладно, не так уж нам хотелось туда прогуляться. Немножечко ж прогулялись, показали вам целую кипу обезьян. Сейчас идем, где-то тут бабуинчик притаился. Ну, он один, я думаю, так не накинется. Смотрите, какие прям морельки висят. Это не морель. Наташа с бутылкой пива, с телефоном фоткается с обезьянами. О, не, чудесно это. Мне нравится, классно. Ну, я думаю, если была бы опасность, нам бы сказали не выходить из номера. О, вот он, бабуин. Ёлы-палы, прям передо мной. Такой... Величественно попа идет. Ну где-то он метрах от меня в 10. Что, Наташ? Подходит мамаша с малышом. А, да, уже смотрите. Она уже вот увидела человека. О, что-то может дать. Человеченку, да? Увидела. Человеченку, да. Поэтому хорошо, что мы не пошли. Ну, смотрите, он здоровый какой стоит. Он как. Ну, он как овчарка. Не, он больше. Овчарка, это... Он больше овчарки. Дог. Да, он как дог, только дог чуть-чуть это. И он притаился вот там в листве. Ну, сзади нету. Идет сзади, ё-моё. Надо валить, народ. За нами идет одна обезьяна. Прикрывает бабуин. Так, телефоны сложили чуть ближе к себе. Быстро отступаем. А что, не забирают телефоны на это, на рынок, да? Не знаю, могут. А, не, не на рынок, а просто они выхватывают. Так, поделись, да, это, иди сюда, Наташ. Ой, ё-моё. Ё-моё. А он в 2 метрах. Мы прошли. Сидит, лапу разложил, писюн вывалил. Писюн вывалил, то есть просто 18+ ставит. Ладно, мужик, спасибо. Мы вас засняли. Вон самочка сзади двигается. Пойдем. Народ, мотаем отсюда. Что, самка сзади идет? Я не знаю. Он за нами идет. Кто? Пошли. Он? Да. Мотаем. Наташа, он за нами идет. Давай, 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 быстро. Так, а, не идет. Уже не идет? Он такой, да я его да знаю. Ну нафиг, ребята, с теми обезьянами. Я его знаю, вы в 4-м номере живете. Не, стой, вон он, подожди. Так я спросила, как люди там живут? Ну как, сейчас? Допустим, ты носки повесил, ну, и нет носков, или вышел посидеть? Посидел. Он огромный просто. Если бы он встал в рост, он был бы как я. Не обманываю. Не, я как-то так... Это мы припотели, друзья, с вами. Честно, я не вру, у меня футболка сейчас от груди до живота мокрая вся. Что, немножко вся, это, да? Вся, немножко? Да хорошо, да. Немножко это хорошо сказано. Я хорошо перекакала просто. Я же говорю, что у нас были уже встречи с обезьянами и... Они не заканчивались хорошо. Как вам сегодня видео? Просто крутой отель, просто крутой. Может, эти, это как став тоже, нет? Персонал? Да. Следит, чтобы мы не гуляли далеко, потому что это небезопасно. Молодцы, хороший персонал. Фу, я честно, вспотнула. Фу. О, мадам там села возле другого номера с детьми. Не, хорошо, что мы живем поближе. Рецепции. Они, может, они мигрируют. Хотя там такая галявинка классная, что вообще. Вот такая территория отеля у нас. Это просто. Наташа пиво в руках нагрелась. Вот такие здесь джунгли. Мы маленьких обезьянок видели, как только приехали, но это просто огромное обезьянище. О, народ, ну что, как вам? Пишите в комментах.